Мы закупились. Девочка, она взяла вещи всего лишь на $600. Тут вот курточки, платья, пиджаки, там тоже внутри платья. В общем, вот так. Сейчас будем взвешивать и посчитаем, сколько она будет должна еще за карго. Я тут сотрудничаю конкретно с вот этим карго. Это очень надежные ребята. Уже несколько раз через них отправляла. Все быстро доходит. Готовят коробку. Сейчас в нее положим все вещи. Готова коробка. Отправляется завтра же. Вот тут он мне накладной сейчас пишет. Это хозяин карго. А вот патрон. Как они все тщательно упаковывают. Обычные добычи, правильно я помню? Коробка, скотч, потом опять мешок. Вот так. Так что они... Даже если кто-то захочет, не откроет. Это фирма так называется, да, дилер? Вчера я ходила, покупала клиентке вещи. Была такая погода, дождь, ветер, дождь со снегом. А сегодня, посмотрите, какая погода, как будто весна пришла. Солнышко, вообще не, и следов нет от того, что был дождь. В общем, точно контрастный Стамбул. Вот текстиль, мы пришли, приехали в район, нашли еще один район, где есть текстиль оптом. Говорят, здесь дешевле. Вот будем выяснять, какие тут цены. Пришли в один из магазинов оптового текстиля. Посмотрите, тут такой огромный выбор. Чего тут только нет. Здесь есть все. Так что, если кто-то занимается текстилем, я могу в онлайне вот так вам купить все, что вам нужно. Много чего тут есть. Так, интересно. А буфьят на кадар? Доллар или? Доллар мы? Эвет. $50. $1.30. Эшиттир. 6.85 гелит. О, тут дешевле. Мадин. Вот эти полотенца здесь дешевле, чем на Лавале. А, так, там сколько это стоило? $8, что ли, или $9? А здесь 6 с чем-то долларов. Да, оптовые цены. Тут и полотенец, большой выбор. А это что? А, это полотенца такие. Здесь в основном, Мадин, здесь в основном полотенца, видишь? Только полотенца разные. Бухалов, я ты когда? Качна на чинила? А это 6 штук. Сейчас он считает. 16 долларов 43 цента. Bu toptan fiyatı. Toptan. Burada para sende yoksa. Bunlar yeni geldi. Tam novinki geldi kadar. Çok bölü 7.30 eşittir. 17 dolar diyelim biz ona. Bölü 12. 1.40 sente geliyor tanesi. Так. Короче, $17 он еще разделил там один. 17 доллар. А, 17 доллар? Ага, 12 тайна. А, говорит. Right. $17. 17. У него вот так, у них нет такие упаковки, да? По три штуки. Он спрашивает, открыть хочешь, покажет тебе. Да нет. Можно вот эти открыть? А есть там такие три упаковка нет там, по-видимому? $12 с упаковкой. Вот сколько? 6 штук. А вот такие? 16.85 шуба. Так, $16.75. Бамбуковые полотенца. Предложил наверху посмотреть модели. Тут целый склад. А вот такие пакеты. Это в какую цену? Фиат.
Это что? Хлеб? Это да. 7.95. Так. 7.95, она тоже за. 95, 95 доллар mı? 7.95. Ağır mı? Ucuz istersek ucuzları var. А вот такие. Я бу. Я так вообще. Эвет, это одеяло же. Çift kişiliği 18.5'a geliyor. 18 долларов. И там сколько центов? Не посмотрела. Короче, около 19 долларов стоит. Çift kişiliği 16'ya geliyor. Veya toptan 16. Если оптом брать 16 долларов. 16 долларов, да? Masal. Mesela bu mesela bunun 1.60'a 2.20 ölçüsü 30 liraya geliyor. Bölü 7.3 deseniz 4 dolar 10 sente geliyor. 4 dolar 10 sente. Смотри, это скачет на стол. 1.60'a 2.20 büyük ölçüsü. Hı hı. А, это покрывало, да. Bu namazlık. Aa, это для намаза. Намазы. Намазлык. А, evet, это коврик для намаза. Фиат? Бу. Гузяль. 155 лир. Бу 23. 21,5. 21,20. 21 доллар. Шунларын хепси сет. Намазлык сет бунларын. Видите, цвета есть тут. Для намаза. Коврики такие мягкие. Разные цвета есть. Вот тоже коврик для намаза. А, это для ванны коврики. Разные. Очень много ковриков для ванны. Начинается самая маленькая цена. Вот с самой маленькой цены начинается вот такие. 2 доллар. Это 2 доллара. Помоклудур. Хлопок, вот такой вот коврик из хлопка. Хлопковый коврик, как правильно сказать. Короче, 2 доллара стоит. Это начинается самая маленькая цена от 2 долларов из коврики. Это из хлопка коврики. Это большой размер. Он ölçüsü 1.5. 100 çarpı 150 ölçü. Размер. Размер, окей. Okay. Öğreneceğim ben de. 1.62.30. Evet abi. 7 доллар. 7 доллар 15 центов. Короче, 7 долларов 15 центов. Вот этот большой. Тоже хлопок тоже, да. Это коврики, да? Коврики, да. Какие они большие. Şöyle söyleyeyim fiyatı şey yapmayalım. Öyle yaparsanız. Вот эти размеры. Зелек фирмы. Смотри, тут видишь, уже разные эти есть наборы, которые тебя тоже интересовали. В торговом центре, я уверена, дороже будет, да? А буфет не кадар? Ястыклым? Ястык. Такая подушка у Зделек. Я себе покупала там подушку. Помог сатэ. Так, посмотрим, здесь сколько стоит. Интересно. Атомом. Зульдерелим. Половиной доллара эта подушка стоит. За сколько мы брали подушку, я уже не помню. Так, вот эти вот наборы 128 теле, 1290 рублей. Вот этот вот 166 теле, 1700 рублей. Так, что еще тут есть? Такие наборы тоже есть. Этот набор стоит 526 лир. Это покрывало на кровать.
Это что? Так, это хлопок с бамбуком, говорит. Ну, вот это постель, двухспальные кровати. И в какую цену? Для двухспальной. А? И в какую цену? А, он всякий с бучук. $18.50. Это постель, да? Да. Рядом с кроватью стиле такая мягкая вещь. А? Вот это кровать. А вы фиатника, да? Так. Это что, ванны холодные? Да, пробовала вот этот коврик. $50. Он очень приятный. Очень вообще да. Красота. И тоже вот видишь, рядом с кроватью вот такой. Вот такой бы я себе в комнату взяла, видишь? Один маленький. Да, да, да. Тот я, который у них был, когда я квартиру снимала. Это более тонкая выбросила. Залина. Надо вот такую брать. Смотри, вот такую только побольше. Смотри, там качество хорошее, тоже легкий. Побольше только, да. Да. Я там же сын сойдет за спиной. Завезли одеяло. А, вот Мадин магазин тоже. Видишь, тут одеяло только. Мадин. Там только одеяло. Не интересно никому? Такие попроще варианты, видишь, пледы. А в Упатане Фиатный Кадар были. Элилира. Элилира. 50 лир. 50 лир стоит это. А, и кикишелек. Это двухспальные эти одеяла. Ага. Для двоих человек, видишь? 50 лир, представляешь? 500 рублей. Не говори. Бу топтан фиятно? Топтан фият. Салам. Очень много тут оказалось магазинов. Мы тут с Мадиной часто бывали в этом районе. Но то, что здесь есть текстиль, мы не знали. Какой цены в этот набор? Это двухспалка же, да? Это двухспалка, она 105 лир. 105 лир, это 1050 рублей. Это вообще. Вы тут разные есть. Это что за материал? Это хлопок, да? Хлопок. А это что тут интересно? А, вот такая вот постель детская, такой коробочки. Извиняюсь, я открыла, закрыть не могу одной рукой. А, все. А здесь что есть? А. Вот то, что тут. Можно я поснимаю? Детская. Это детская постель? Просто наволочка и одеяло, да? Детское одеяло. И сколько стоит? Это, наверное, разные расцветки или тут вот в этой стене? Расцветки разные, но они только... Посмотрим еще одну расцветку. Так понравилось мне. Цену назовешь, ладно? Очень красивые наборы такие. Вчера на матраснике 75 одна спалка, 85 двухспалка. Вот такие большие. Есть такие маленькие. Это 750 рублей. Водонепроницаемые. Ух ты, водонепроницаемые, да, да. На матраснике. И да. Сколько стоит? Вот эти стоят 30 лир. 30 лир. 300 рублей. 30 лир, одна спалка и 40 двухспалка. Угу. Вот здесь вот такое качество. Угу. Здесь просто водонепроницаемые. Угу. Цену этой постели. 95 одна спалка. А, 95 одна спалка, двухспалка. 110. Вот такие расцветки. Ну, размеры. Это в лирах. Больше, чем 110 лир и 95 лир. Эти одеяла. Эти одеяла, они тоже новые пришли. Цены надо узнать.
Это хлопковый, да? Да. Сейчас посмотрю. Из хлопка. Тоже узнай, ладно, цену. Ой, а слушай, а вот это в какую цену? Сейчас. Вот это двухспалка, она говорит 175 лир. Это 1800 рублей. А сколько стоит тут? Ne yazarız bunu size? 390 yazarız. Çift kişilik. 390 lira. 390 lira. Одну вот коробку можно взять, например, у вас? Одну только коробку? Или надо только оптом брать? Sadece что оптом? Bitane alabilir miyim? Bir tane alabilir miyim? Çok konuşuyoruz zaten. Sıkıntı yok, yardımcı olun. Fatma varsa problem yok. Problem, можно одну взять. Yardımcı olun, sıkıntı olmaz. Çok güzel. Ya bu fiyat ne kadar? 395'e göre. Hayır. Hangisi? Altındakine bakmamız lazım. Dün geldi ya. Сама отмотала. Здесь у нас стоит 360 лир вот этот комплект. Это плед, что тут есть? Простынь, наволочки. 4 наволочки получается. Сколько штук тут в упаковке? 2 наволочки. А, 2 наволочки. Угу. И вот расцветки. Так, а, это все в одной. А, нет, вот еще розовое есть. То есть коралловый цвет, розовый цвет. В основном розовый. Угу. Мне очень этот комплект нравится. Прям супер. Жесть, красота. И по такой же цене, да? Видите, тут наволочка, простынь, пододеяльник. А, плюс еще вот этот плед. Очень красивый комплект. Тоже две эти. По такой же цене, да? 360 лир. 395. Это 395. 395 лир. Это около 4000 рублей. 395. Комплект вот этот стоит. Очень даже классно. Есть расцветки. Покажешь нам этот комплект. Seçkinler, buyurun alın. Очень. А, вот это покрывало. Şu alttaki çıkarsanız bir dakika. Bakırı kapat onu. O değil. Bu fiyat ne kadar? Bak, şu çok güzel ama. Bunda kaç parçaydı bu? Her şey var işte. Sayarız. Ha, bu çok güzel. Bu çok güzel. Bundan var. Ne kadardı başka? Kaç lira böyle? 25 lira var. Çok güzel. Bu fiyat ne kadar? 25 lira bozuk. Bu 1500. 1500. 1050. 1500 lira. Bu çok güzel. Tabii bunlar da çok, bunlar daha modelleri çok. Evet. Şu an yok ama getirtiyoruz. Ben görmedim önce böyle diğer mağazalarda. Bizim mağazamızda her şey var ve çok güzel. Evet var. Siz çeçen istedin mi satıyorsunuz? Evet. Evet. Var, bizim orada müşterilerimiz var. Fatma'nın şeyi var. İnşallah ben de olacağım müşteri. İnşallah, inşallah, inşallah. Zalim, давай, давай. Давай, он сказал, что-то наверху тоже есть у них. Вот такие. Это же то, это просто простыни, да? Нет, это полный комплект. А, да? И сколько стоит? Интересная упаковка такая, я тоже не видела. Мадин, смотри. 145 лир, это 1500 рублей. Классная упаковка, да? За счет упаковки дешевле, наверное, выходит, да? Говорят, что упаковка как-то... Да нет, это от фирмы зависит и качество. Да. Не за. Вот это сколько стоит? Шурда. 115. Угу. Пойдем.
Вот эти, например, тоже по 115 лет. Угу. Одна складка 95, двух складки 115 лет. Угу. Вот эти тоже. Двух складок 185. Такие же одна складка 145 лет. 185 лир, это 1900 рублей. Вот эти вот односпалки 145, она говорит. Посмотрим. 1500 рублей. Вот. А вот эти? Они по 165. 1650. Ну, сейчас лира опять поднялась немножко. Ну, 1700 рублей. А вот эти полотенца в какую цену у вас? Вот. Так, тут сколько? 6 штук. Они по 65 лир. Угу, 650. А 3 штуки в упаковке? По 21. Так, 220 рублей. А вот такая почти в какую цену хотим? Очень, да, классная. 105. Я не знаю, почему машина. И сколько стоят эти полотенца? По 220 лет. О, это 2200 рублей, да? У них фирма, да, угу. Все дорогое. Например, их банные халаты, вот эти угу. 6 штук, там бывает 2 банных халата, 2 полотенца и 2 маленьких полотенца. Угу. Они стоят 650 лет. Угу. Есть такие скатерти. Угу. Красивая скатерть. Какой цену? От размера зависит, да, наверное, тоже? Нет, 220. В размер мы закупаем. Я тебя не снимаю так аккуратно. Камеру сейчас поворачиваю, чтобы ты в кадр не попался. Так. Сколько стоит? 220 тоже. 2200 рублей. Ну, сейчас уже 2250 рублей, по-моему. Да. Чтобы лира поднялась. Это чехол на резинке они. Очень удобно. 25 лир, она сказала, одна спалка. 29 лир, двух спалков. Интересно, да? Кстати, а качество чудо-чудо, не знаю. Чуандук, бошму? Ичина дыши вар ма? Не вар? Да бак, сана ачим ма бэм? Авет. Хавлу му? Ну, ичинде кэндисинин кючую вар. Бак, мэсэля, шуэле шуну ачвар. Ой, какой красивый сундучок, кстати. Короче, туда, видно, можешь сама что хочешь положить. А, биршей йог, больше штанда. А, кендин биршей камак. Бак, мэсэлэ, шуэлэ сөйлэйм аблама, бунларын ичинде дэ уфаа вар. Бак, бун да ачим сана. Фиат на кадар бош сандук? Бак, алма, шуну да ачим сана. Короче, где-то пустые, сами можете что хотите положить и продавать, или там замуж. А, кючуквар. Ага, я урсу вар биде ичинде. А, это все пустые, Мадзи. А фиат не кадар? Месала, аблам, бу модель 185 гели, топтан. 185 лир стоит. Да? Да, вот это сундук. Я бу фиат? А, айни фиат. Айни. О тарафтакилер бир палли. Бак, шинди. А вот этот комплект. Sana bir de şöyle açayım abla. Bak bunları da görmüş ol. Bu iki kapaklı. Здесь два открытия. Как переводится капаклы? Две двери, короче. Ну, двойной сундук, да. Bak, hem вот böyle и вот. О, здорово. И маленький, и чуквар. Чё гзяль? Фиат не кадар? Bu da 190. 190, 190 лир. А я бу комплект айна. Айна му? А, айна такым. Комплект зеркал. Это для невесточек. И сколько стоит? Фиат негдар? Бу 55 лир. 55 лир. Ну, нельзя. Вот такие вот же недорого. Недорого, да, здесь? По-моему, мы там дороже видели с тобой, да? Да. Он еще и лес давай, да? Короче, здесь вот есть у них сундуки пустые, кому надо, в приданное или, не знаю, в подарок там положить, там, не знаю, полотенце или набор какой-нибудь. И то, что я видела на Аксарае, в этих таких сундучках были и полотенца тоже. Или же одеяло какие-нибудь. Или же покрывало.
Çok güzel. Bu birazcık daha süslü bir model. Пора сочмек, дорогу, короче, там они деньги собирают. Насыл турже, доун гюну, ордан пора сочи. Дюйн гюнунде пора атлию. Evet, çok güzel. Hani şimdi bu korona var ya. Evet. Önceden burada kurdaleyle yapılıyordu. Şimdi artık buradan parayı koyuyorlar içine. Para sandı. Sizin adet çok güzel. Я ему говорю, у вас традиции хорошие. Что погода здесь? А здесь теплее. Почему в том районе было холодно? Смотри, сколько людей. Нам так, пешком сейчас? Что он будет? А, он сейчас. Будешь обувь чистить? Нет. Мне ее не чистить надо. Стирать. Ой, кроссовки. Мы зашли в кафе, в который часто заходим. В общем, заказали две порции супа и вот салат нам принесли. Они вот часто салаты приносят, эти салаты по умолчанию уже. Они как бы их не засчитывают, да, по-моему, стоимость не носят. А это что за приправа? Это очень острая приправа. Острая, да? Мы это попробуем. Сухая, ее, видно, разбавляют, да? Да. Лепешки они тут прям чекут. Заказали суп. Ну что такие куски мяса принесут, мне не думаю. Ужас какой. На обувь чистить. Вот такой вот аппарат для очистки обуви. Мы сейчас в отеле, тут есть карга, и Мадина отсюда отправляется в товар. Это карга. Это тоже патрон карга. Вы же патрон, да? Я не патрон. Нет, не патрон. С Мадиной зашли в магазин. Мне нравится этот магазин. У него классные сумочки. Вот она себе присматривает. Ты просто взяла или ты хочешь все-таки думать? Нет, я хочу посмотреть. Классная модель даже. Она маленькая очень, мне кажется, даже. Ну, она классная. Мне вот это нравится. Сумочка. Она очень стильная. Я вот думаю ее себе купить. Бардо? То я уже сколько хожу со своей. Классная сумочка даже. Она нет, конечно, не слишком большая. Абсолютно. Удобно хорбаться. Мне кажется, она вот как раз и не большая, и не маленькая. Вот она вот компактная. И ремень клевый. Смотри, ты можешь вот это оставить, ремень один и два ремня. Очень даже классная. Действительно. И вечно ты что-то с собой носишь, бывает, что-то купила, раз, закинула эти мелочи, пакетики, да? А летом она не слишком большая будет? Нет, я думаю, ты летом себе еще одну купишь. Не говори. Не лето, то действительно. Неужели ты собираешься вот так? Да. Ну, мне вот это нравится, Мадин, очень даже. Вот эта сумочка очень нравится. Не слишком маленькая? Такая клевая. Твоя, да, которую ты выбрала? Вот, возьму. Вот эту? Она очень классная, просто она маленькая. Я хочу ее посмотреть, вижу все равно. Нет, Мадин, все-таки, наверное, эту, потому что это подороже. Я пока не хочу подороже брать. А это уж подешевле. Цвет какой? Черный, бежевый или коричневый? Ой. Или такую, темно-коричневую. Тоже классненькая сумка. Это, ну как подать. Смотри, Мадин, какая хорошенькая сумка. Качество такое хорошее. Здесь вообще классные. Я же у вас сумку брала, вот эту. Я же вот эту сумку у вас брала. Сизинка, а ли ты чё гузай?
качество сумки у них хорошее было. Вот эту ты выбрала, да? Нет, я хочу посмотреть сейчас. И вот эти тоже мне нравятся, кстати. Ama maalesef insanlar kalite değil ucuzuna bakıyor. Я себе выбрала все-таки эту сумочку. Мадина себе выбрала вот такую вот, только черного цвета. Поставить обратно, да? Да. Короче, все. Ой, вот. Сейчас я покажу сумочки. Остается президентца. У него хорошего качества сумки очень. Марина, я могу эту сумку одеть, да? Конечно, сразу ее вот этот. Может быть,